Софью Викторовну Новикова. Добрый день, дорогие краснозаводчане. Добрый день, гости города. Добрый день, любители настоящей русской песни, настоящего русского слова, русского языка, на котором только и писал Виктор Федорович Боков, который был пропагандистом русского языка, пропагандистом русской песни. Вы, наверное, не знаете, я вам напомню, что Виктор Федорович был инициатором и создателем первой антологии «Частушки». От этого, от корня, от земли, шло все его творчество. Родившись в деревне Язвицы, совсем недалеко от Краснозаводска, Виктор Федорович всегда любил свою землю. Он всегда любил людей на этой земле. Поэтому так много стихов из 5000 ими написанных посвящено именно вам, людям труда, людям земли, людям, с которыми он родился. Потому что именно в Загорске было напечатано его первое произведение, его стихотворение. Он знал, где он родился, он был благодарен своей земле. И сегодня я от имени вдовы Виктора Федоровича, Алевтины Ивановны, хочу сказать вам огромное спасибо и низкий поклон за то, что в Сергиево-Посадском городском округе появился сквер, носящий имя Виктора Федоровича. И теперь на Яндекс.Картах мы видим этот сквер. Я думаю, что скоро здесь появится и табличка, потому что огромное спасибо администрации Сергиево-Посадского городского округа, лично Ольге Константиновне, которая всегда является участником всех событий, которые проводит фонд. А мы уже проводим в этом году 4-й Боковский фестиваль, фонду 3 года. Большое спасибо Елене Владимировне за то, что она на комиссии по топонимике первая практически крикнула: мы готовы у себя в городе, и земляки поддержат, чтобы у нас в городе появился этот сквер имени Виктора Федоровича Бокова. Большое спасибо Сергею Евгеньевичу, он тоже член топонимической комиссии, и он тоже поддержал такое решение. Я очень надеюсь, что имя почетного гражданина Сергиево-Посада, имя человека, которого поют и читают во всем мире, поверьте мне, мы получаем ежемесячную информацию, в каких странах поют и читают Виктора Федоровича. И это половина мира. Ну а сейчас, когда мы будем дружить с африканскими странами, с азиатскими, я думаю, что эта половина превратится в 100%. Потому что эти песни, которые написаны с любовью к России, с любовью к этой земле, они не могут не трогать душу любого человека, где бы он ни жил на нашем земном шарике. Я думаю, наша страна скоро победит, и будет мир на всем мире, и эти песни будут звучать во всех уголках земного шара. А сейчас они звучат здесь, потому что сегодня мы постарались привести сюда лучшие силы. Мы постарались привести сюда людей, которые действительно с душой поют и читают Бокова. С нами Союз писателей России. И поэтому во второй части будут выступать лучшие представители Союза писателей России. Они являются тоже учредителями вот этого огромного праздника, который растянется с 12 часов до 6 вечера. Сегодня мы будем вспоминать всех великих соавторов Виктора Федоровича. И поэтому нас поддержал в этом вопросе президентский фонд культурных инициатив, выделив на это, на серию концертов, посвященных соавторам Виктора Федоровича, финансы. Они нас поддержали финансово. Поэтому сегодня этот праздник – это дело рук большого количества людей, и, конечно, наших артистов. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто пришел смотреть, кто пришел выступить, и кто будет с нами работать и дальше. Ну, и вы знаете, вот сегодня так мы подвели к этому делу, долго молились, чтобы была хорошая погода, перемолились маленько, поэтому она стала очень жаркой, боялись, что будет дождь. Но вот сейчас посмотрите, небо над нами. С нами сегодня патриархия в лице батюшки. Большое спасибо, мы очень давно хотели, чтобы патриархия поддержала вот это имя, потому что уж кому-кому, а патриархии поддержать великого поэта России. И мы издали прямо вот к празднику вот такие открытки, называются «Детство босоногое». Кто рисовал рисунки к этим открыткам? Это дети Сергиево-Посадского городского округа. И все их рисунки легли в эти открытки. А на обратной стороне это стихи Виктора Федоровича. И мы будем продолжать этот цикл открыток выпускать. А книжки я хочу вручить, конечно, только батюшке, потому что все остальные почетные гости нашего праздника, они такие книжки имеют. Поэтому я сейчас повернусь к вам спиной, извините меня, пожалуйста.
еще раз огромное спасибо. Я надеюсь, что мы сегодняшний праздник будем праздновать вот такой хорошей, красивой аудитории. Пожелаем нашим артистам успехов, а всем гостям большое спасибо и всего самого доброго в этот замечательный день открытия сквера Виктора Бокова. А ведет сегодня нашу программу весь день заслуженная артистка России Галина Власенок, директор арт-программ нашего фонда.